А пока цветы еще только начинают проклевываться, на уличных прилавках Красноярска уже появилась черемша. Сезонный товар начали продавать на месяц раньше. Обычно первые пучки привозят где-то в середине апреля, в начале мая, когда сойдет снег в лесу. Сейчас же, по словам продавцов, черемша, которой торгуют, не местная, а из Краснодарского края. Цены приемлемые. Маленький пучок по 40, побольше по 80 рублей. Специалисты Роспотребнадзора рассказывают, продавцы черемши наравне с остальными должны иметь документы, подтверждающие право торговли и сертификат на саму продукцию. Мне лишь бы был качественный товар. Меня не интересует поставщик, лишь бы, потому что я смотрю, свежий, не вялый, никакой желтый, не переспелый. Смотришь, уже знаешь, что какой товар. Покупатель, если спросит, конечно, сертификат принесем из базы. Потому что там на оптовой базе же есть, это завоз, значит, туда возят, а они же без документов не продают.